Добрый день, меня зовут Виктория. Я приехала из Череповца на базовый курс «Древо жизни» в Санкт-Петербург, который для нас проводила Людмила Нехаева. 4 дня мы занимались, сегодня мы закончили этот курс. Очень благодарна Людмиле. Все прошло очень насыщенно, грамотно, очень шикарные техники, которые мы уже ощутили в применении, прошли, значит. Вселенная тут же дает знаки, показывает, что это все работает. Мы благодарны, потому что хотелось получить за эти 4 дня знаний по максимуму. Мы этот максимум выполнили и даже перевыполнили. Человек грамотно вел нас, за что мы очень благодарны. Было, конечно, очень интересно, и, честно говоря, времени даже не хватило, наверное, в том плане, что хочется еще чего-то продолжить. Но теперь уже будем самостоятельно пробовать, и надеюсь, что в ближайшее время все освоим. Приедем, наверное, на первую ступень. Значит, что хочу сказать еще по техникам. Есть пульсация, в том месте, где были удалены зубы, и пошла пульсация, где удаленные органы. А это может означать только то, что будет дальнейшая регенерация. Так что еще раз большое спасибо. Вам очень благодарна за предоставленное знание. Ну, конечно, будем идти дальше. Спасибо. Добрый день, меня зовут Светлана. Я тоже приехала из Череповца. Также выражаю глубокую благодарность Людмиле за проведенный базовый курс. Техники шикарные. У меня дома уже 7 лет, наверное, висит надпись на холодильнике: «Человек создан Богом, но Богом он себя должен сделать сам». Как бы до конца я ее не понимала. Пройдя базовые курсы и получив вот эти техники и навыки, теперь я считаю, что все возможно.